Снимем с них скальпы. Я тебе сейчас башку сниму, краснорожий. Ты посмотри, на кого ты похож. Ты что тут орешь, как ненормальный? Ты мясо купил, индеец? Ну, конечно, купил, Валентина Петровна. Вот же оно стоит, качается. Так, что тут у нас? Добрый всем вечерок! Что это? Вы что себе позволяете? Кася! Валентина Петровна! Что? Вот теперь хорошо. Толик! Выглядишь здоровым. Как на самом деле? Оля Николаевна, давайте чмокаться. Иван, я очень рада вас видеть, но чмокаться не буду. А чего? Ну, потому что... Вы мне скажите, как бухгалтер. Где справедливость? Где? Чтобы я, Иван Будько, в ручники пошел? Да не в жизнь. Ой, гляньте, гляньте, какие мы гордые! Да если б нам за это еще деньги платили, мы вообще жили б не тужили! Рано! На ух! Ух, спалился профессор! Угу! Обнять и плакать, а? Да побойтесь Бога, какой месяц, у меня столько времени нету. Натюрморт, девочка и персики. Мать, я ослеп.